Открытие аудитории Байер в Ставропольском государственном аграрном университете – это знаковое событие для всего агропромышленного комплекса Ставрополья. Только консолидация бизнеса, науки и государства можно добиться больших высот в любом направлении, а тем более в сельском хозяйстве. Аграрный университет чтит традиции классического образовательного процесса, при этом смело реализовывает инновационные идеи. Эти принципы объединяют наш вуз с компанией Байер. Отдельно хотелось бы подчеркнуть наше совместное сотрудничество в научном плане. Мы с удовольствием сегодня отдаем или вместе используем с акционерным обществом Байер наши площади учебно-опытной станции. Это не только опытные участки, и производственные, где мы оттачиваем сегодня технологии. Оборудованная по последнему слову техники аудитория стала подарком для студентов и преподавателей факультетов агробиологии и земельных ресурсов, экологии и ландшафтной архитектуры к 90-летию вуза. Реализация проекта стала возможной благодаря победе нашей магистрантки Арины Котовой в конкурсе от компании Байер «Байстади». Благодарны акционерному обществу Байер, что она для наших студентов не только Ставрополя, наверное, Юга России, создала вот такой чудесный, изумительный учебный класс, где сегодня представлены и персональные компьютеры, понятно, с доступом в глобальную сеть. Это сегодня уникальное программное обеспечение, в том числе разработанное нашими преподавателями. И это, конечно же, доступ к электронно-информационно-библиотечным ресурсам. Теперь у Ставропольского ГАУ есть возможность проводить интерактивные занятия по агрохимическим наукам с использованием новейшего компьютерного оборудования. Екатерина Шульженко, Амин Джилов, пресс-служба СТГАУ.